Новости в эфире информационного канала Севастополя, в студии Наталья Двойцина. Здравствуйте. Смотрите выпуски. Я искренне всех поздравляю, горожан, с этим праздником. Севастополь в четвертый раз отметил День России. Это дань уважения российскому флагу и как бы символ, который объединяет все народы Российской Федерации. На историческом бульваре развернули 50-метровую копию триколора. Для меня это смысл жизни уже – создавать красоту. Красота ведь спасет мир. На традиционной выставке цветов горожан удивляли яркими инсталляциями. Игрокам футбольного клуба «Севастополь» вручили золотые медали и кубок победителей премьер-лиги Крымского футбольного союза. Двенадцатого июня страна отметила один из главных государственных праздников – День России. Дата установлена в 1992 году в день принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. Название «День России» ввели в 2002 году. В своем поздравлении в честь 25-й годовщины праздника президент Владимир Путин отметил, несмотря на трудный период, который страна пережила после распада Советского Союза, сегодня Россия сильное и независимое государство, способное отстаивать национальные интересы. Для дальнейшего развития страны необходима консолидация всех россиян, подчеркнул Владимир Путин. Дорогие друзья, для того, чтобы добиться успехов в экономике, социальном развитии, мы должны понимать, слышать и уважать друг друга, дорожить тем, что уже удалось сделать для Родины, для повышения качества жизни людей, их безопасности. С праздником! С Днем России! Севастополь отметил День России в четвертый раз. Традиционно праздничные мероприятия в Белокаменном начались возложение цветов к мемориалу героической обороны города. Участие приняли ветераны, школьники, студенты, творческие коллективы, общественники и руководители Севастополя. Искренне всех поздравляю, горожан, с этим праздником. Поздравляю с Днем города. Наша история неразрывно связана с Россией. И, конечно, мы очень рады, что в эти праздничные дни мы можем твердо и уверенно сказать, что мы сделаем все, чтобы наш город развивался, чтобы наша страна развивалась, чтобы была обеспечена безопасность, обороноспособность страны. После возложения на торжественном собрании севастопольским школьникам вручили паспорта. Документ получили 28 человек. Десятки ребят собрались у мемориала героической обороны Севастополя. Для юных горожан начинается ответственная жизнь. Это новые права и обязанности. Ребята не скрывают, получить паспорт в День России вдвойне приятно и волнительно. Я считаю, что это очень большая честь получить паспорт вечного огня. Есть немножко волнения, потому что не каждый получает в такой обстановке паспорт. Но я считаю, что для каждого человека момент получения паспорта является торжественным и запоминающимся. Первым шагом во взрослую жизнь ребят поздравили руководители города и муниципалитетов, а также главы правоохранительных организаций. Я паспорт получил, если я правильно помню, в 16 лет. После этого его стали выдавать в 14. И для ребят это, конечно, праздник, для родителей праздник. Самое главное, что это вручение происходит в День России, в городе Севастополе. Обязанности и права, они неразрывно связаны друг с другом. У нас, к сожалению, иногда люди, они все требуют и говорят, нам нужно, чтобы сделали. Но ведь у каждого, кроме того, что есть права, есть и обязанности. И у нас у всех есть обязанность заботиться о Севастополе, о нашей родине. Мне очень хотелось, чтобы эти дети об этом не забывали. Помимо паспорта, юным севастопольцам вручили Конституцию России, цветы и памятные сувениры. Александр Тимофеев, Александр Дементьев, информационный канал Севастополя. На историческом бульваре в День России развернули 50-метровую копию триколора. Такую акцию в честь одного из главных государственных праздников здесь организовали впервые. В торжественном шествии приняли участие представители молодежных и общественных организаций, а также сотрудники Музея героической обороны и освобождения Севастополя. Принять участие в торжественном шествии под названием «Флаг моей Родины» мог любой желающий. К акции в честь Дня России присоединилось несколько десятков человек. Они прошли от памятника воинам 4-го бастиона до панорамы обороны Севастополя. В нашем городе День России отмечают в четвертый раз. Мы коренные жители Севастополя, мы здесь родились, мы здесь прожили очень долгое время. И для нас очень важно было, что Севастополь стал российским, потому что он таким был всегда. Поэтому мы очень рады, для нас это очень большой праздник. Это наш праздник, и День города, и День России совпадает, и для нас это, ну для меня это важно. Я работник этого музея, и я горжусь этим праздником. У меня выходной день, но я как работаю.
Я пришла на праздник с большим удовольствием. Инициатива проведения торжественного шествия принадлежит сотрудникам Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя. Для учреждения очень важно присоединиться к празднованию Дня России вместе с севастопольцами и гостями города. На следующий момент в России Российская Федерация объединяет около 150 национальностей, народов. Это очень важно. И сегодня наше вот шествие такое, это дань уважения российскому флагу и как бы символ, который объединяет все народы Российской Федерации. Очень символично, что сегодня этот флаг поддерживает так много молодых рук. Именно они будут строить наше будущее. И главное понимать, что не только участие в замечательных патриотических акциях, но и понимание, что вы отвечаете за наше будущее, что вы должны быть профессионалами, что вы должны быть честными, порядочными. Помимо торжественного шествия, в честь Дня России на историческом бульваре было организовано выступление народного вокального ансамбля «Галатея». Святослав Данилов, Дмитрий Еремеев, информационный канал Севастополя. Алые паруса, закат на лодке, бальное платье. В День России на Приморском бульваре развернулась традиционная выставка цветов. Горожан удивляли яркими инсталляциями. На ярмарке свои композиции представили 16 севастопольских предприятий. На цветочном параде побывала и Елена Карнаухова. Яркий, оригинальный, пропитанный тысячами ароматов праздник. Традиционная выставка цветов ежегодно собирает сотни горожан. Она не только дарит людям красоту и радость, но и соединяет сердца. Владимир Васильевич Бру здесь познакомился со своей женой. Выбирая горшочек с растением, обрел любовь. И зовут супругу Люба. Для нас праздник такой семейный, день знакомства. 40 лет назад мы с ней познакомились на выставке цветов в Севастополе. Были молодые, устремленные в будущее, и вот очень рады, что прожили всю жизнь в любви, согласии. На выставке каких только цветов не встретишь. Диасция, колиус, лобелия, гацания и еще более 30 видов растений со сложными названиями. Есть и всем знакомые розы, гвоздики, лилии, герберы, а также разнообразные кактусы. На ярмарке представлены и масштабные инсталляции. В центре внимания – корабль с алыми парусами, а также цветочная лодка. Праздничная ярмарка пестрила живописными уголками, отлично подходящими для интересных снимков. На выставке каждый может примерить такое красочное платье. Сделано оно из десятков цветов. Здесь розы, хризантемы, аустомы. Фотографии получаются очень яркие. Великолепие и разнообразие выставки цветов пришли оценить и представители властей города. Они прогулялись по аллее между театром имени Луначарского и дворцом детского и юношеского творчества, пообщались с мастерами. Свои творения на ярмарке представили 16 предприятий из 6 муниципальных округов. Все старались, все готовились, все сегодня с 5 утра здесь. Тяжело привести количество, но я, наверное, сказал тысячи, не миллионы, конечно, но тысячи цветов представлены сегодня. Безусловно, цветы повышают настроение человека, являются эстетическим удовлетворением, эстетическим удовольствием для каждого из нас. И поэтому, безусловно, эта выставка создана для жителей города, для того, чтобы они поднимали настроение в День России и в День города себе, близким. Андрей Чабан на выставке представил бонсай из ливанского кедра. На создание одного такого дерева уходит минимум месяц. На корягу при помощи силикона или строительного клея по одной крепятся маленькие кедровые веточки, мох или лишайник. Основание засыпается грунтом и галькой. Но перед этим 2 недели природные элементы композиции вымачиваются в специальном консервирующем растворе. Благодаря этому сохраняется первозданный вид деталей на десятилетия. Такое дерево не требует полива, только удаление пыли при помощи пылесоса или фена. Имею честь иметь 2 патента на изобретение в этой области, которое позволяет сохранить хвою. Это, например, раздвоенный ствол, что символизирует там пару в природе. Для меня это смысл жизни уже – создавать красоту. Красота ведь спасет мир. Вот я как бы немножко спасаю мир. Приморский бульвар выглядит как красивый, яркий и ухоженный сад. Аккуратно высаженные цветы на клумбах органично сочетаются с вазонами, горшками и букетами, представленными на выставке. Многие растения на ярмарке можно было приобрести. Здесь можно не только любоваться красотой цветов, но и нести частичку этого великолепия с собой. Вот и я сегодня домой приду не с пустыми руками. Елена Карнухова, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя.
Поздравления с днем рождения в эти дни принимает ветеран Великой Отечественной войны Иван Иванович Потук. 11 июня он отметил 95-летие. Прошел всю войну, был тяжело ранен, но вернулся на фронт. При штурме Сапун-горы в 1944 году 22-летний Иван Потук командовал батальоном разведчиков. Стратегическая высота была хорошо укреплена немцами, но советские солдаты смогли одолеть врага. Под командованием Ивана Потука разведчики прорвались на гребень Сапун-горы и водрузили красное знамя. В 1941 году Иван Потук досрочно закончил Харьковское военно-пехотное училище. На фронт отправился в звании лейтенанта, командовал стрелковым взводом на Юго-Западном фронте. В одном из боев вместе со своим ординарцем в рукопашной схватке уничтожил более 15 противников. Был тяжело ранен, после вернулся на фронт. Освобождал Крым и Севастополь. В 1944-м уже в звании капитана штурмовал Сапун-гору. Под его командованием за стратегическую высоту Севастополя воевало 700 человек. Чувствуете, что какое продвижение? Вот пацан какой-то там, это самое, и такое доверие. Почему проявлялось такое ко мне доверие? Потому что был я честный, добросовестный, исполнительный и так далее. А это все вот именно чувство высокого родительского внимания к воспитанию своих детей. Они мне привели эти чувства. Чувство ответственности, чувство товарищество, чувство любви к человеку и чувство любви к своей жизни. Уважение, согласие и взаимовыручку Иван Иванович прививает уже правнукам. Сейчас он глава большой семьи. В кругу близких отмечает и 95-й день рождения. С юбилеем ветерана пришли поздравить глава Севастополя Дмитрий Овсянников и председатель законодательного собрания города Екатерина Алтабаева. Вы всегда активно участвуете в жизни города. Были депутатом много лет городского совета. Я искренне хочу поздравить вас с днем рождения. Спасибо. Сказать, что для меня важно, что мы с Екатериной Борисовной вместе вас поздравляем. Мы вас очень любим. Мы на вас равняемся. Вы для нас, образец. Потому что то, что вы сделали для Великой России, для Севастополя, вообще переоценить невозможно. Иван Иванович награжден 11 орденами, в том числе орденом Красного Знамени и орденом Богдана Хмельницкого. Свою жизнь он посвятил военной службе. Уроженец Черниговской области менял место жительства не раз. В Севастополь, который вместе с сослуживцами отстоял в 1944-м, его направили в 1962-м. Значит, судьба, решил тогда Иван Иванович. Меня же не потянуло в Кёнигсберг, где закончил войну живым, а потянуло сюда, в Севастополь. Хотя не собирался, не думал, что я здесь буду. Иван Иванович рассказывает, секрет долголетия в том, чтобы не думать о возрасте и жить в добре и согласии с окружающими людьми. Вероника Андреева, Александр Дементьев, информационный канал Севастополя. Более 400 человек стали участниками 4-го Большого Севастопольского офицерского бала. На протяжении 2 месяцев пары разучивали вальс, полонез, офицерский контрданс, танго, фокстрот. На паркет в стенах Михайловской батареи вышли офицеры всех флотов – Черноморского, Северного, Балтийского, Тихоокеанского и Каспийской флотилии. За танцевальными па наблюдала наша съемочная группа. Севастопольский офицерский бал – событие уникальное. До Михайловской батареи, где пары закружатся в танцы, добираются по морю из самого центра Севастополя – Графской пристани. С корабля на бал отправилась и семья Ерыбашевых. Пара здесь уже второй раз. В прошлом году офицерский бал для них стал судьбоносным. Тогда Дмитрий сделал предложение руки и сердца своей избраннице. Мы поженились в городе Владивостоке, поехали, сыграли там свадьбу очень интересно, вот, как и вся наша жизнь. И живем уже, и радуем друг друга каждый день. Это до сих пор вот непередаваемое ощущение, когда смотришь фотографии с бала, или интервью, или еще какие-то записи. Просто открываешь шкаф, и там висит это бальное платье. Это вызывает очень яркие эмоции. В этом году на бал съехались более 200 офицерских и гражданских пар с разных регионов. При этом танцевать умели далеко не все. К событию готовились около 2 месяца, репетировали каждый день по 3 часа. Участники говорят, такие тренировки сближают. Я очень много времени провожу с мужем, потому что муж служит, приходит поздно, каждый день на репетициях. То есть мы вместе. Мы почувствуем себя королевой, принцессой. Конечно, выбрать платье, наряд, макияж – это, конечно, здорово. На 7-м десятке научились танцевать. Вот. С большим удовольствием. Помните, Золушка говорила, очень вредно не ездить на бал, когда ты заслуживаешь. Вот мы решили, что мы заслужили поехать на бал и сделали все, чтобы сегодня здесь оказаться.
Основная тема 4-го офицерского бала – герой нашего времени. В программе номера из хореографических и драматических композиций по мотивам великих литературных произведений. Участников бала приветствовали представители командования Черноморским флотом и первые лица города. Наш город и флот – это неразрывные понятия. И именно офицерский бал, именно ежегодное проведение этого бала – это хорошая традиция, это праздник. Это праздник не только для города, а и для наших гостей. И, как я говорил на открытии, еще раз, в третий раз, я, конечно, всегда буду это повторять, мы сильны традициями, мы сильны своей историей. Особое место в программе бала занял номер, посвященный памяти всех военных, отдавших жизнь служению музыке и своей стране. Два оркестра, симфонический и военно-духовой, исполнили вальс «Бегония» композитора генерала-лейтенанта Валерия Халилова. Его племянник Михаил Халилов за дирижерским пультом. Затем, как пары кружатся в танце, могли наблюдать все жители и гости города. Прямую трансляцию большого офицерского бала вел информационный канал Севастополя. В завершении вечера небо над Михайловской батареей озарилось фейерверком. После танцевальной программы для участников провели аукцион. Все собранные средства, в том числе и от продажи билетов, пойдут на помощь одаренным детям с ограниченными возможностями здоровья. Вероника Андреева, Артем Лобутев, информационный канал Севастополя. И к новостям спорта. На внешнем рейде Севастопольской бухты проходит регата «Кубок Крыма 2017». Эти состязания – один из этапов чемпионата России среди крейсерских судов. На старт вышли 27 яхт, которые соревнуются в 6 группах. Среди экипажей как опытные морские волки, так и юные команды. На Севастопольском рейде разноцветия парусов. Взяла старт регата «Кубок Крыма 2017» среди крейсерских судов. И приятно, что она продлится в течение 10 дней. Также проходит этап чемпионата России среди крейсерских судов. Не смогла принять участие в первой гонке регаты мастер спорта Людмила Тимошина, которая готовится к выступлениям в классе олимпийских швербботов 470, но в регате принимает участие на яхте «Аметист». Я на сегодняшний день не принимаю участие именно вот сегодня, потому что работаю по плану сегодня на 70-ке, по программе у меня тренировка в олимпийском классе, а завтра стартую на Ялту. В первой гонке на внешнем рейде приняли участие 27 судов. Свежий ветер, легкая волна. В регате выступают экипажи яхт из различных регионов России. Интрига в этой регате между двумя руководителями парусных федераций. Севастопольской в лице мастера спорта Валерия Зубкова на яхте «Ая» и президента парусной федерации Республики Крым Александра Андруцкого на «Симфонии». Это вызывает интерес. И сохранится ли интрига до финиша регаты? А впереди летняя регата фестиваля «Экстрим Крым» по парусному спорту. В августе этого года проходит традиционная регата на фестивале «Экстрим Крым» на призы яхт-клуба «Адмирал». Это уже третья регата, ожидаемая нашими яхтсменами. Регата «Кубок Крыма» взяла старт. 7 футов под килем и ветра в паруса надежд. Владимир Милянский, Александр Дементьев, информационный канал «Севастополь». В минувшие выходные завершился второй сезон премьер-лиги Крымского футбольного союза. Триумфатором соревнований стал клуб «Севастополь». Несмотря на то, что в последнем матче наша команда уступила Евпатории со счетом 2-5, на итоговое положение это не повлияло. Чемпионство севастопольцы обеспечили себе еще за тур до окончания сезона. Игроков наградили золотыми медалями глава Севастополя Дмитрий Овсянников и президент Крымского футбольного союза Юрий Витоха. Капитан футбольного клуба «Севастополь» Александр Жабокрицкий поднимает кубок победителей турнира. Команда впервые завоевала золотые медали состязания всего на 1 балл, опередив Крым-Теплицу из поселка городского типа «Молодежная». По итогам 28 игр подопечные Алексея Грачева одержали 18 побед, потерпели 6 поражений и 4 раза сыграли в ничью. Главного тренера лучшей крымской команды наградили отдельным призом. Мы выиграем на протяжении второго круга, начиная со второго круга и вот заканчивая четвертым кругом. Мы проиграли 2 игры всего лишь. И 2 сыграли ничью. Все остальные мы выигрывали. Поэтому мы говорим о Севастополе как о чемпионстве. Проигрывая в очковом запасе 9 очков от Крым-Теплицы, мы досрочно стали чемпионами. Вот об этом надо говорить.
Абсолютно закономерной и заслуженной победу в соревнованиях называет и президент футбольного клуба «Севастополь» Александр Колосильников. В спорте есть, к сожалению или к радости, всего лишь только одно место первое. И на сегодня, я думаю, мы всех севастопольцев можем поздравить с заслуженной победой нашей команды, с первым местом. И это все в канун Дня города. Это двойной праздник. Поэтому это наш подарок от команды, от клуба городу. По мнению президента команды, огромное значение для успеха клуба сыграл 12-й игрок – севастопольские болельщики. Это победа не команды «Севастополь». Команда – это только верхушка айсберга. А это команда всего клуба ФК «Севастополь». Это от уборщицы, от сторожа и до президента. То есть это команда, общая команда всех, и также всех болельщиков. И вы, поверьте мне, но без такой поддержки, которая у нас есть, трудно было бы дома вот так играть. Всегда на победу. Поздравить команду с чемпионством вместе с семьей пришел руководитель города Дмитрий Овсяников. Теперь триумфаторы состязаний будут готовиться к новым свершениям. Ведь в следующем сезоне футбольному клубу «Севастополь» предстоит защищать звание чемпионов. Святослав Данилов, Владимир Милянский, Александр Дементьев, информационный канал «Севастополя». И на этом все. Поделиться с нами мнениями, рассказать о событиях можно по телефону 54 51 12. Все новости на нашем сайте xtv.ru. В студии работала Наталья Двойцина. Благодарю за внимание и до встречи в эфире.